Лето пришло, стало зеленым. Вы знаете, я задумался, ведь реально зеленый транспорт – это только велосипед. А главное, ездить на нем не только удобно. Ты минуешь пробки, не платишь за парковку, но еще и полезно. Физическую составляющую никто не отменял. Именно поэтому велосипед объединяет тысячи людей в каждом городе, не только нашей страны. И если раньше сел на велосипед и поехал как смог, то сейчас создается инфраструктура, парковки, дорожки и даже приложения для вашего удобства появляются. В геосервисе 2GIS появился навигатор для любителей поездок на велосипедах. Его главная особенность, в отличие от карты для автомобилей, это учет рельефа местности. Горки, склоны, лестницы, калитки, подземные и наземные переходы проезжей части. Более того, он знает типы покрытия дорог и предлагает несколько маршрутов на выбор, один из которых будет максимально быстрым, а другой наиболее безопасным. Сложные крутые участки помечаются красным, пологие – желтым, а ровные – зеленым цветом. Особенно приложение будет полезно родителям. Надо, например, вашему ребенку самостоятельно проехаться из пункта А в пункт Б. Вы можете проложить вместе с ним маршрут, минуя все дороги общего пользования, и чтобы этот маршрут, наоборот, вел только по велосипедным дорожкам, и отправить его в путь. Кстати, в Перми, оказывается, велосипедных дорог много. В велонавигации 2GIS работают все привычные функции навигатора. Он укажет вам маневры, предупредит о препятствиях и даст прогноз времени прибытия. А в пути вам будет подсказывать голос. Я лично сделал голос Николая Дроздова. Мы с вами отправимся в удивительные сафари через бетонные джунгли. Кстати, еще один лайфхак, который подойдет молодым мамам. В навигаторе вы можете забить маршрут без лестницы. Это гораздо проще, когда вы гуляете с коляской, чтобы на них не наткнуться. Настроить 2GIS для велосипеда просто. Постройте маршрут до нужной точки, выберите тип транспорта, значок с велосипедом, если что. Выбрав маршрут, сразу будет показана информация, причем очень подробно. Сколько калиток, сколько подъемов. С ним, кстати, незнакомая дорога не превращается в лотерею. За поворотом вы точно знаете, будет подъем или ровная дорога. Мой вам совет – выбирайте путь проще, а не быстрее. Так гораздо легче. Проверено на себе. А, кстати, на велосипеде действительно быстрее и удобнее. Надо всем пересаживаться на велосипед.